Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифов древней Японии. Дзиму Тэно, правитель Дзиму. В японской мифологии первый правитель Японии, божественный основатель императорской династии, потомок солнечного бога Аматерасу и внук Хикоко-но, Нинигин Микота, чьи наследники именовали себя Тэнна, то есть потомки неба. При жизни он был известен под именем Тоюми-кэно и Камуямата Иварабико, и только после смерти приобрел имя Дзиму Тэно. Считается, что он зашел на трон в 660 году до нашей эры. Дзиму Тэно совершил завоевательный поход на остров Кюсю. В пути его околдовал бог в образе медведя, и все войско заснуло. Один из воинов увидел во сне, что Аматерасу посылает Дзиму Тэно волшебный меч. А проснувшись, воин нашел меч и отдал его предводителю. Войско, ведомое вещим воротом, продолжило поход. Одержав победу и придя в Ямато, Дзиму Тэно возвел дивный дворец и женился на местной принцессе. Ну так вкратце из мифов древней Японии, данные, которые я нашел в интернете, о Дзиму Тэно, японской мифологии, первый правитель Японии, божественный основатель императорской династии. Пока-пока, до свидания.